Здорово, дружище, привет, братишка. Итак, ты уже знаешь, что все платформы объединили, и рандомный подбор стал на карте хуже. Но, собственно, посмотри сам. Идет со мной слева Наташа, и что еще идет? Идет Паттон. У Наташи один пассивный модуль, у Паттона его, по-моему, вообще нету, да? В принципе, нет пассивного модуля. Попробуем что-нибудь сейчас сделать в этом бою. А еще ты видишь сейчас перед собой казака. И я уже оцениваю этот бой как полнейший турбослив. То есть мне уже нужно продумать, как останавливать турбослив. Давай посмотрим, как будет ситуация по киллам развиваться, пока я провожу разведку на страйдере. У нас уже первый килл, да? Казака уже чпокнули. То есть один ливер. Это значит, сейчас в кратчайшие сроки у нас будет минус 5 мехов по киллам. И команда противника будет вести. Ну и плюс еще будет минус один боец у нас. То есть у нас останется 5. Думаю, что тот паренек на Паттоне и на Наташе тоже много не навоюет. Поэтому я сейчас постараюсь в первую очередь выявить кемперских мехов со стороны противника. Вот сборочка в лупидольные. Арест на афидах и вортексах. Делал обзоры по такой. Сборка опасная. Ликвидирую. Немедленно. Минус. Так, счет уже 1-3. Есть еще парочка кемперов на гидрах. Их нужно тоже обязательно минусануть. Я ошибся, запнулся, потерял ластен. Так, арес этого мы сейчас заберем. Так, на меня вышел лич. Тоже кемперская сборка. Из тоннеля прибежал, да, на тулумбасиках. Его нужно обязательно минусануть. Для этих целей выделяю кумихо. Будем прорываться на респ, чтобы любой ценой забрать лича на тулумбасах. Он в грамотной игре сможет много моих союзников минусануть. Счет уже 2-6, да? Плавное начало турбослива. Еще у противника есть драконы, да, походу опытный пилот. Так, все уходят они по фазе. Все по фейс-шифту. Так, ну что ж, готовимся к прорыву. Готовимся разменять кумишонка на лича на тулумбасах. Так, кто-то там по мне еще вортексами стреляет. Взлетел дракон. Так, все, я пошел на прорыв. До ласта срезаем. Тоже теряем ласт. Успеет, наверное, включиться. Он по фазе уходил. Да, успевает включиться. Опасная ситуация, но я должен минусануть. Он заберет много наших ребят. Есть, я его забираю. Как раз ценой жизни кумишонка. Счет 4-9. У нас уже минус один боец. То есть уже успел на казаках один товарищ слиться. Я в бешеной ярости захожу на инквизиторе. Сейчас заберу 2 килла. Четко забираю. Блиц увлекся. А Фалькон прозевал всю эту ситуацию. Тоже на минус. Так, успел лечилку врубить. Опомнился. Но совместно с Аресиком забираем. 7-13. У нас один боец там на Паттонах вообще никакой. Хороший момент дозабрать дракона. Помогаю команде. 8-13. В принципе, не все так критично, но уже 8-15. Противник лидирует на 7 мехов. Это очень много, надо торопиться. И здесь, конечно, я уделяю огромное место своему титану. Сборочка у меня здесь убийца титанов. На двух тяжелых пулеметах и на двух рапторах. Многие считают, что наиболее эффективен 600-метровый титан, но на малых картах это не так. Возвращайся с тоннеля. Какой-то очень дерзкий, ну просто бесстрашный какой-то камикадзе. Забираю фантома. Не знаю, на что он рассчитывал. 10-17. Мне никак не удается сломить по киллам вообще ситуацию, да? То есть мы проседаем. Одного еще забрали союзники. У нас 11-12, да? 5. 5 разница у нас. Некоторым из союзников удалось вывести уже титанов, но не таких, каких хотелось бы. Надеюсь, у союзников есть минги.
5 минут прошло полбоя. Мне приходит в голову безумный план забрать немедленно двух драконов. Они будут представлять серьезную угрозу для моего Минга, которого я выведу следующим. То есть задача всегда минусануть драконов, мне это удается. Тем более скоро дракона понерфят по времени отката способности, и они будут не успевать перезаряжаться между взлетами. Отыгровка будет исключительно вестись под укрытие. А это значит общую на круг эффективность ауджанов, да, сильно снизит. Многие набрали драконов огромное количество. В ангарах я уже встречал игроков, у которых по 5 ауджанов в ангаре. 14-21. И мы начинаем дикую остановку турбослива. Да, жестко просто сейчас работаем. Для этих целей пулеметный Минг подходит как нельзя лучше. Очень хороша сборка у противника как охотника за драконами, но против Минга она не подходит. Джан на Каламите плохо справляется с титанами. Он исключительно против целей, против обычных мехов, которые будут в стелсе. Вот это изумительная сборка. Я решил сначала забрать Спектра, потом на выходе и способности уже Ареса. Так, через тоннель пытаются прорваться двое парней. Буквально за одну минуту удалось выровнять ситуацию помехам. И теперь осталось набрать преимущество. Бойца на паттонах уже, видимо, полностью истребили. У него, возможно, в ангаре-то было 3-4 робота, не полный комплект. Здесь уже вопрос серьезный к разработчикам, что происходит в итоге у нас с подбором, да, после объединения платформ. Подбор чем-то мне стал напоминать, как в свое время я замечал подбор на платформе Steam. Но игроков стало, несомненно, больше заходить вообще в игру. Бои стали по времени набираться очень быстро. По сравнению с тем, что было до этого на iOS, есть с чем сравнивать. Бои начинаются через 2-5 секунд в большинстве режимов. А до этого иногда приходилось ждать и полминуты, минуту. Были и такие моменты. Так, счет практически выровнен. Атака двух Артуров справа. Будем останавливать. Это очень техническая сборка, которая отлично позволяет бороться и с Артурами, и с Мингами. Про кидов и говорить не приходится. Взлет, отстрел полного боекомплекта Рапторов. Приземление и дозарядка боекомплекта. Потом взлет, отстрел и снова посадка. Такими простыми методическими действиями Артур сливается на раз-два. Ну, в процессе не стоит забывать, конечно, лечиться. Мы, друзья, с вами сейчас все ожидаем, да, появления нового титана Ноденс и как он сыграет вообще на изменение, так скажем, боевого геймплея, да, на боевом сервере. Ждем, когда он появится, и посмотрим, какие у него будут боевые характеристики. Наш Минг без проблем справляется с двумя Артурами, сильно порубив их по ХП именно периодическими взлетами и отстрелом ракет с Рапторов. Так, через тоннель сейчас мне накатят. Хороший момент, взлетаю, чтобы забрать очень настырного игрока на Аресе. До ласта подрезаем Лича. У нас уже намечается лидерство. 30 секунд до конца боя, напряжение в конце, 26-25 счет. Весь турбослив остановил Титан на сборочке убийцы Титана. Два пулемета, два Раптора. Обзоров по этой сборке на канале много, можешь посмотреть, дружище. Уже я делал. Такой сборке тяжело бороться с Мингами 600-метровыми на большой карте. Нужно выискивать препятствия и подкрадываться к противнику, чтобы
эффективно можно было уничтожить, да, 600-метровую сборку. То есть нужно выходить на 450 метров и непрерывно лететь на противника, потому что он будет отлетать. Итак, остановленный турбослив. Подбор, конечно, просто аховый, но надеюсь, что все-таки эту ситуацию когда-нибудь разработчики немножко исправят, да, с подбором. То есть будет более балансно. С тобой был VR Commander, увидимся в новых стримах, обзорах на канале, включая уведомления, чтобы не пропускать новые сюжеты.